тени. Разряды тока на груди мертвому припарка. Я с психом вышел из себя, я не хочу обратно. Мне будет не хватать вас моей хромосомы. Но недостаток кислорода рвет сети нейронов. Реаниматор, врач зафиксирует время и запустив необратимый процесс разложения. Надорвется родная аорта, лопнет сердечная мышца, лишняя хорда. Как вдохнуть меня жизнь от электросети. Но уже позже скажу точную причину смерти. Все лучше, чем сонная кома. Хотя, чем отличаюсь от себя живого. Стучат по клавишам закостенелые пальцы. Ныряю в монитор, продолжаем разлагаться. Когда-то мы все станем золой, и тогда нам придется проститься. Но даже покойников можно достать, и в иных мирах не забыться. Прежде чем с того света меня поднимать, просто, сука, дайте мне выспаться. Тихо соседи в морге, и вроде все неплохо. Но по стечению времени мне стало ясно, тут проблемы с отоплением. Не только тусклый свет и запах препаратов. Мой собеседник эти дни патолога анатом. Скосив по самый ствол, смертельная усталость из головы до пят накрыла белым одеялом. Цвет лица мертвенно-бледный. Но даже если так, еще выделяю ферменты. Как алкоголь замедлит все процессы, формалин в мой физраствор на вкус подмешали мне цинк. Марафон непрерывных инъекций. Чувство, что это сон во мне, как инфекция. И возвращаясь в этот мир с подавленным чувством, будильник с того света вытащит в постели утром. Когда-то мы все станем золой, и тогда нам придется проститься. Но даже покойников можно достать, и в иных мирах не забыться. Прежде чем с того света меня поднимать, просто, сука, дайте мне выспаться.